так вот мучают у нас лошадей, на которых за их. А зачем лошадей мучаете? Ты зарежешь? Идут зарежут. Кто зарежет? Ну, кто режет, кто на мясо сдает. Ну да. Люди сейчас такие пошли. Посмотрим, кто зарежет. Никто не будет мучить. Зарежем и все. Будет колбаса. О, ну, что да. Сейчас скажем? Давай иди уже пока по шапке. Кто, ты дашь? Я дам. Попробуй. 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 И ты попробуй. Вот так вот. Зато денежки делаем на лошадках, которые все в крови потом вот так вот стоят. Хороший бизнес.